Ты тоже делаешь это. Предупреждение. Это видео абсолютно безопасно для твоего немецкого. Мы говорим об ошибках, но специально не озвучиваем их. Ты, наверное, замечал, что в каких-то ошибках ты индивидуален и неповторим, а какие-то допускает каждый второй. Что это? Массовый психоз или в этом есть логика? А она действительно есть, если представить, что мозг – это коробочка со знаниями, навыками, реакциями, то на нашей обязательно будет написано «Made in Russia». Другими словами, мы смотрим на немецкий через призму родного языка, строим предложения, словно пытаясь запихнуть немецкий в коробочку нашего русского. Неудивительно, что при этом случаются массовые системные сбои. Итак, классика жанра. Ошибка, проблема и девочка. Нет, это не тизер голливудской мелодрамы. Это три слова, в которых каждый второй ошибается вроде. Итак, правильно. Ошибка в немецком мужского рода, а проблема и девочка среднего. Кант. Нет, не великий философ, а то, что мы делаем с модальным глаголом мочь. Können. В третьем лице единственного числа. Не вспоминай Канта в суе, а только когда действительно хочешь о нем поговорить. Использование bekommen вместо werden в значении становиться вместо получать. Это ошибка твоих достижений. Знание английского настолько проникло в твой мозг, что выработался автоматизм. Это же круто! Как минимум английский ты знаешь хорошо. Из этой же серии в конструкции «оставаться дома» использование вместо bleiben – stehen. Путаница с предлогами nach и in den, ins, in die в пространственном значении перемещения из одной точки в другую. Ну конечно, потому что по-русски-то без разницы, что в банк, в парк, что в Берлин или в Таиланд. Управление глаголов. То, что anrufen – звонить, употребляется с акузатив. Кому из начинающих это должно быть очевидно? Зато потом, года через два, мы увидим закономерность. Напоследок возьмем типичную ошибку в ударении. Хит из хитов – глагол «работать». Все новички с упорством из поколения в поколение произносят с ударением на второй слог. А надо на первый. Для русского языка это невероятно сильное слово. Его недопустимо произносить с ударением на каком-либо слоге, кроме второго. Это далеко не полный список типичных массовых ошибок начинающих. Даже если многое из этого вам знакомо, не расстраивайтесь и помните, не ошибается тот, кто ничего не делает. Или, как говорят немцы, «Wer nichts tut, macht nichts falsch».